Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я так люблю такие видеоролики, когда сообщаешь приятную новость. Я вот сидела, рассказывала об огурце, а все мысли были... Меня так и распирало сказать скорее, что китайцы предложили нам для следующего розыгрыша не только лампу разыграть, но и палатку растительную. Представьте, вот которую я показывала, про которую все говорили, но это несбыточная мечта. Все, вероятно, они же заходят на мой канал и читают, смотрят. Им очень понравилось, как я ухаживаю за растениями в их палатке. И когда они прочитали, вероятно прочитали, я так подумала, что я там немножко подскуливала, что если бы я сама выбирала, я бы выбрала не такую вот квадратную, а вот мне больше подошла бы длинная, чтобы сюда стеллаж поставить, чтобы рассаду выращивать. Но я думаю, что изначально это, ну вот этот мой комментарий, как сказать, дал такую... импульс к ихнему действию. И сегодня я открыла и прочитала письмо. Они мне написали, ну там через автопереводчик, там иногда такая белиберда, пишут всегда «дорогой друг», пишут: «Дорогой друг, мы готовы вам дать палатку такую, какую вы хотите, и еще мы решили дать растительную палатку для следующего розыгрыша среди ваших вот зрителей, подписчиков. Мы дадим вам палатку растительную и дадим вам еще одну лампу». Я не поверила своим глазам. Я прочитала. А, еще спросили: хотите ли вы заниматься дальше розыгрышем нашей продукции? У меня так, думаю, странно. Они еще спрашивают. Да, конечно, хочу. Я так хочу этим заниматься. Я так хочу, чтобы еще у кого-нибудь была эта палатка. И чтобы это вот как... чтобы это была не несбыточная мечта, а чтобы это была мечта, притворяющаяся в реальность. Как это произошло с нашей зрительницей Надеждой Щетинкиной, которая позавчера прислала мне письмо, отчиталась, показала фотографию, что пришла вот эта китайская лампа фирмы Mars Hydro, что уже делают полку под нее, что получение этой лампы сподвигло ее тоже на выращивание зимнего огорода, они решили тоже что-то вырастить, там внучка, говорит, рада наклейки наклеивать. Ну, обо всем я этом говорила уже в предыдущем ролике. Просто сейчас я хочу еще подробнее рассказать о том, что еще будут розыгрыши. И это действительно приз будет уже не какие-то там конвертик с семенами. Это дорогостоящий приз. Потому что, вы знаете, все заходили на их сайт, и палатка, и лампа – это профессиональное уже оборудование. И об этом, наверное, мечтает каждый опытный огородник. И я думаю, что начинающий огородник тоже не откажется. Хотя он, может быть, и не знает, куда применить эту палатку. Но вот я не знала о существовании таких палаток, но я нашла, куда применить. Теперь у меня там все растет, все пышет, все прям как это, как квашня. Вот правда, салаты, смотрите, как разрослись. И помидорки там растут, уже и в ведрах, и вот так. Короче, смотрите, я, когда придет мне ответ от китайцев, я сяду, и теперь я уже ученая, рейдомайзер я освоила, будем также выбирать победителя методом вот случайного тыка, рулетки, но теперь я сразу пропишу все условия и прочитаю прям по бумажке, чтобы не было понятно, как, чтобы не было двузначных таких вот каких-то расплывчатых моих суждений. Одно я знаю точно, что розыгрыш будет среди моих подписчиков, которые являются моими подписчиками. Потому что, что ни говори, но все-таки такую дорогую покупку или как такой дорогой приз, вот тут-то случайному человеку точно мне жалко отдать. Я хочу, чтобы это был мой подписчик. И, ну, наверное, и все. Ну, и будут такие уже условия. Когда я буду снимать видео, когда я уже буду знать, я сейчас еще не знаю, то ли палатку разыгрывать они хотят отдельно, или и лампу отдельно, или это все-таки идет комплект, лампа сделана под эту палатку. Мы уже сейчас с Катей разговаривали, я говорю, а если палатку отдельно разыгрывать, она если без лампы человек ее получит, что с ней делать, там же освещение нужно, оно же для зимнего выращивания, даже для выращивания рассады. А с другой стороны, думаю, если человек получит палатку, ну что ж, себе лампу не купит, что ли? А тот, кто получит одну лампу, вот так же, как Надежда Щетинкина, он будет рад и лампе, и он найдет все равно применение этой лампе. Ну, какой-то стеллаж построить или повесит над окном. Короче, куда пристроить, я думаю, зрители мои найдут.
все, мы сейчас в ожидании. Обычно из Китая ответ ко мне приходит через 2 или через 3 дня. Они, наверное, не только же со мной переписываются. Вот когда придет ответ, мы тут же сядем, напишем вот эти все условия розыгрыша. И начнется второй этап розыгрыша. Лампы от Марс Гидро, да в придачу еще палатка. Я вот прям, мне так понравилось это, мне так хочется вот такие товары, которые действительно дорогостоящие, которые нужно разыгрывать и разыгрывать. Ну, конечно, никто нам много чего не даст. Я рада, что хотя бы вот второе предложение поступило. Все, до свидания, будем ждать привета от наших друзей.